Как поменялась деловая среда в Узбекистане по сравнению с 2017 годом? Первый раз в деловом формате я посетил Узбекистан в начале 2017 года. Это был большой международный MICE-проект. Мы организовывали здесь международное деловое событие в Самарканде. И я сравниваю, с теми возможностями, которые были тогда и которые есть сейчас, и с теми трудностями, которыми мы сталкивались. И я могу сказать, что это совершенно две разные страны. И за три года было совершено очень-очень много реформ, изменений. И понятно, что нельзя останавливаться на достигнутом, но те темпы, которые происходят, они вселяют очень большой оптимизм и надежду на то, что Узбекистан, станет лидером в странах СНГ, даже в определенных секторах экономики. Спасибо. Какие меры, по вашему мнению, являются эффективными в поддержке предпринимателей? Я считаю, что самая главная заслуга государства – это не мешать развитию. Следовательно, я имею в виду, что это административные барьеры, потому что в любом случае качество, сервис, условно говоря, лицензирование деятельности любого предпринимателя осуществляет клиент, осуществляет потребитель. С учетом сегодняшних технологий никакой человек не поедет в гостиницу жить или пользоваться услугами какой-либо турфирмы, у которой очень плохие отзывы на TripAdvisor. Нужно быть просто неадекватным человеком, чтобы заказывать услугу у той компании или у того предпринимателя, про которого там не самые лучшие отзывы в сети. Это самый первый, считаю, барьер, который возникает. И чем меньше точек соприкосновения между предпринимателем и проверяющими органами, тем больше человек будет вкладывать и реинвестировать в свой бизнес, а не тратить эти деньги на исправление каких якобы стандартов там, и так далее, которые, как мы понимаем, разнятся от территории к территории, от сезона к сезону. А в целом я хотел бы пожелать всем предпринимателям Узбекистана сейчас очень активно включаться в то, что происходит вокруг. Очень много ниш незанятых. Рекомендую просто ознакомливаться с мировым опытом, и рынок в ближайшие 3-5 лет будет только-только насыщаться и насыщаться.